Команда «Гостей» Зишор Сокол, город Саратов, футболки Бордовый и Дмитрий Бордовый. Вратарь команды номер 1 Владимир Сегребин. Полевые игроки номер 6 Александр Зигров. Номер 3 капитан команды Георгий Татаян. Номер 4 Михаил Мищенко. Номер 9 Ярослав Краснов. Номер 11 Дмитрий Борисов. Номер 23 Дмитрий Чешин. Роман Рахматуллин. Номер 10 Антон Косников. Номер 8 Дмитрий Тарасов. Номер 7 Игорь Бугаенко. Главный тренер команды Михаил Дмитриев. Тренер Вадим Считаев. Начальник команды Алексей Потапов. Команда хозяев, дешевщик 14 Волга, город Саратов, футболки синие, ветры синие. Вратарь команды номер 22. Стефан Абу. Максим Бутинадов. Номер 24. Николай Семенов. Номер 8. Алан Брилев. Капитан команды номер 24. Дмитрий Краснощеков. Номер 23 Владимир Карнаушенко. Номер 21 Максим Медиков. Номер 17 Евгений Королев. Номер 20 Роман Аракелян. Номер 9 Никитар Захарян. Номер 12 Антон Танкратов. Главный тренер команды Алексей Тарасов. Начальник команды Анатолий Смаль. Судят бригада арбитров первой категории в составе. Судья Дмитрий Макаров, помощники судьи Артем Кошелев и Дмитрий Харьков. Резервный судья Александр Павлов, Игорь Саратов. Инспектор матча Минатуров Владимир Вячеславович, судья республиканской категории, город Нижний Новгород. Давай! 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 Дав
Да,
Thank you.
Давай, Миша!
Thank you.
Нет, сзади у Максим Могутов, номер 24, команда «Зефир», 14 года. Антон Костюков, номер 10, номер 10, номер 10.